Ребята, всем привет! Ой. Настало время поговорить, поскольку роликов сейчас мало, и даже не факт, что они выходят один раз в неделю. Хотя, помните, год назад у меня ролики практически выходили каждый день. В общем, я снова заболела. Это я поняла сегодня. Я вчера думаю, что не так, почему я в обед мне захотелось спать. Я вечером легла спать, Руслан ушел на работу, он сейчас в ночную смену работает. Он ушел на работу в 9.20, в 9.40, я уже просто, меня так выключала, я уже не могла, я просто все выключила, закрыла глаза и проснулась утром в 5.30. От того, что у меня болит горло, у меня ломит всю спину, она вчера начала ныть, ломит всю спину просто, и... Что-то мне не очень, знаете. Но у нас ведь Руслан сейчас болеет. Руслан болеет с температурой, ходит на работу. Ну а что делать? У него руководящая позиция, и никто его как бы не заменит. У кого есть Инстаграм, если вы там хотите что-то посмотреть, потому что в Инстаграм я периодически что-то выставляю, это проще, чем вот записывать видео, когда у меня нету ресурса на то, чтобы поснимать. Вы можете просто на мою страницу Инстаграма зайти, подписаться, я вас добавлю. У меня закрытая страница, вы просто так не зайдете ко мне, я должна вас добавить, и тогда только вы сможете за мной наблюдать. Сегодня, поскольку Руслан спит в ночные смены, у меня просто немое кино. Я вам немножко покажу свой кусочек жизни, немого кино. Как у меня болит спина, блин, вообще не могу. Еще я сейчас готовлю, у меня готовится картошка с мясом в духовке. Купила лазанью, такую большую бедренки. Милена сказала, мама, купи, у нас нечего дома есть. А вчера, и правда, холодильник был пустой. Суп с фрикадельками, ну как пустой? Капуста квашеная есть, суп с фрикадельками есть, ребрышки жареные есть. Что там, макароны есть. Есть нечего, понимаете? Есть нечего. Всем не угодишь. Всем не угодишь. Я сегодня просто заставила себя пойти в магазин. Надо было купить продукты, потому что, ну, действительно, ни сметаны, ни сыра уже, ничего не было. А впереди выходные, думаю, блин, Руслан болеет, он сегодня точно на улицу не пойдет. А если я сейчас разболеюсь, кто все купит то, что мне надо? Так что я там купила запасом, еле притащила домой. Еще я закончила сотрудничать с одной компанией, где нужно было им все настраивать эти процессы HR, выстраивать воронку найма персонала, обучить рекрутеров. В общем, этим всем я занималась где-то 4 месяца.
Ну, задачи выполнены, сотрудничество я прекратила, и я нахожусь в поисках, ну, еще там других компаний. Я проходила обучение всякие разные, кое-что покупала, кое-что так смотрела. У меня был курс на 5-дневный на руководителей. Я прочитала одну книгу Тима Сакета по рекрутингу. Я читаю сейчас вторую книгу. Когда любой руководитель заходит в компанию, какие ошибки не допустить, рекомендации и так далее. То есть это прям такая настольная книга для руководителей, когда они заходят в компанию. Еще мы ездили в понедельник на классное мероприятие, которое называется Джобикон. Это фестиваль работы, когда можно приехать и подать свое резюме на какую-то вакансию. Очень много компаний вокруг, очень много было. Очень много было стендов в этом, в экспо этих, ну, столиков. Очень понравилось, прям такое мероприятие, знаете, я прихожу, а вокруг HR. Вот все коллеги, так, вы знаете, здорово. Шава Экспо будет ярмарка вакансий. А Руслан как раз работает в ночную смену, и в понедельник у него получается целый день. Он может заниматься своими делами. Вот мои любимые духи, как всегда. Я без них никуда. Так вот. И значит, мы едем в Варшаву на это экспо, на выставку вакансий. У нас морозы. Представляете, утром было минус 10, я в 6 утра проснулась. Минус 10 было. И декабрист-то у меня цвел. Представляете, декабрист цвел. И начались вот такие вот морозы именно в марте. Вообще, морозы, которых свет не видывал. В общем, все. Беру перчатки и я погнала. Увидимся. Нет, это эти. Да. В общем, ребята, меня не теряйте. Инстаграм я вам свой дала. Заходите. У кого нету, скачивайте, если уж кто прям хочет за мной следить, быть на связи. Поэтому, пожалуйста, все. Всех люблю и пока.